Ран номер 651. Поехали. Лопата. Опять одно хп. Игра травит, да, сегодня меня с этим геймпадом. Ладно, один хп старта неизбежны. Ну это, блин, стрёмно. Уже второй старт за три рана на одном хп. Так, Папа Флай и Шовел. We need to go deeper. We need to go deeper. Ту-ту-ту-ту. Это все удалить. Уже поздно, Лейд. Это потому что лампочка, Мартимер. Ты из-за лампочки. Лампочка бустанула. Дэмэдж. Дэмэдж был, кстати, хороший, потому что лампочка дает обычно плюс один, около того. Так что был это старт самый хороший, даже без лампочки. Ладно, JT7B, 6CFJ, сид. У нас очень статы хорошие, но одно хп. И, возможно, паническая лопата. Надеюсь, нет. Но возможно. То есть, в теории, если будет прям очень плохо, я даже, возможно, предпочту этаж скипнуть. Даже такое может быть. Это крайне маловероятно, но это может быть. А, так, все правильно же. Правильно? Правильно вроде. Ебать, страшно. Боюсь. Петя. Но вас, по-моему, не видели. Блять, батя опасный этому. Ну полезно это, но опасно, пиздец. What is the one token to start a rule? Start a rule, it's more like a meme. Like I have only one hidden token every time when I start a run. Like I have like only one chance to do the run, basically. One heart, yeah, second one of the day. Game is fucking trolling today. Two out of three runs, one heart starts. Oh well. Nice fucking stomp, my guy. I mean, he's helping, but he's fucking dangerous because he might explode things in my face. Which is not ideal. Need a bomb. That's a bomb. Nice. Save me, Mr. Tinted Rock. Didn't save me at all. Oh, that's a beautiful room. It's fine. Be fine. Deal with them. Come on. Nice. Nice. So many troll bombs. New harps and safe as a rule. I don't understand why you have to give the baby. I mean, it's a like classic route, I guess. Like most of the hidden streaks will always go to the chest. That's why it's a rule. Like most of the hidden streaks, they always go to the chest. That's why I do the same. I can go like to Mega Stein or Delirium after I beat Blue Baby, but only after. To make it like more consistent. It's all about consistency. Like I don't really like streaks where you can like go to Shio to go, I don't know, to like Delirium after like food fight or it leaves. It seems very random. So I'm going always to the chest to get the baby, and then I can do memes if I want to.
Ну-ка. Хиппи ап. Ну, можно маленько выдохнуть. Но немножко. Не особо сильно. У нас 2 хп, по сути. Но благо статы огонь. Статы реально огненные. Прям максимально огненные. Для старта. Убей его. Бусал. Кстати, я так и не почекал статы до лампочки. Какие там были статы, не запомнил? Какие там были статы без лампочки? Я что-то не особо пострелял. Что там было интересного? Каренс, тоже правда. Тоже правда, нет особой разницы. Не, вернее, есть разница, но типа... Если я вдруг найду актив, который буду юзать, то будет обидно, когда буду терять статы. Просто лапа один хер можно не юзать, она бесполезна абсолютно в стриках. Почти полностью. Вот я потому и говорю, айтем хороший, но опасный. Он реально опасный, потому что он мух взрывает перед лицом часто. Но опять же, не брать его тоже бред, потому что ну, айтем-то полезный. Все-таки он помогает очень сильно. И в принципе, если не будет билда потом, то если я найду какой-нибудь гнот лиф, то это по сути билд уже готовый. Ну такой херовый, но билд. Потому что он будет долбить всех до усрачки. Добавим. Выбор-то очевиден, конечно, а уже я смазал руки. Нож, нож-то нож, но 2 хп. Но 2 хп. Это ничего не оставил. Тинтит, тинтит, тинтит. Но в целом да. Окей, okay, then I mean it's still too hard. It's kinda... kinda sketchy. Yeah. Can't really complain, but it's still kinda sketchy. It's not like super safe yet. Okay, I guess I should just go. Should be here, right? It's probably here. Я вот ее и ищу. Нашел. Охуенно. Охуительно. Просто... охуительно. Шипы. КП. Ну-ка. Фур, это намного лучше. Это намного лучше. Теперь 4 КП. Hey, guess what? I finally beat Ultra Vidier as a Magdalene. Congrats, man. Congratulations. Gridier sucks. Not a fan of grid mode myself. Especially Gridier mode. It's even more stupid. Grid mode streaks when? Never. I will actually have to play grid mode low when new game will come out. Because there will be new characters at least. So you'll have to at least play like 2 times, right? Gridier mode. Maybe even more. Who knows how many characters they will add. Maybe it will be more than 2 characters. Maybe they will create new one.
like actually new character outside Antiverse? Probably not. You never know. English only chat. Your cringe. Тута. Оп. Оп. Ясно. Полезнешь? Опять хп. Все будет лучше. Я примерно помню. Знаешь, что хп пока вроде есть. No earth cringe here, only smiley face, no always your cringe. Nothing but your cringe. No smiley faces here. Well, fuck. Well, fuck me. Okay. That's a done deal. This should be enough, right? Even though I will lose my light bulb thingy. See, how can you not smiley face? I can not smiley face wherever I want. All day, every day. No smiley face. Why is it names? Twitch name so pessimistic? I mean, for 2020, it's kind of optimistic. LOL. I think I skipped item room, right? I guess I don't care a lot about it. It's fine. Should be fine. This... Oh, wait. Holy moly. Okay. It's pretty cool. It's pretty cool. It's pretty nice. А, это лост такой. Тай-яй! Упс. Найф again. Again и again. Шо бубнеть? Найф и найф. Имперор и имперор. Шо бубнеть? Нашел и нашел. Хп, куда это, наверное, сюда. Не знаю, с чего это решился, но надо сюда. Хотя реально, может, сюда. Еще бланк-карта, от которой денег нет. И... Отдай. Subfin smiley face. Please, no smiley face. Okay. Okay, smiley face allowed. That's kinda smiley face. Run. Not gonna lie. Pretty smiley face run. Right here. Nice fucking TNT though. It doesn't matter.
That's kind of smiley face. At some extent. Nah, I will not. You can do it for me, but I will not smiley face. Never. Fuck. That was unlucky. I'm too fast again. I'm way too fast for this game. That's why I'm not doing speedruns, I'm too fast. Фигня. Не сюда. Не сюда. Уголь не взял. Уголь — плохая синергия на ATX. Там вблизи у тебя дэмэдж отнимается. Только в самом конце полета ATX там у тебя будет дэмэдж больше. Я не люблю уголь ATX. Тогда, по-моему, вблизи минус 3 дэмэджа, по-моему. В коротком радиусе. Что неприятно, что за этаж? Что это за говно этаж? И говно телепорты. Окей. 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 I will walk from here. Вот и double trouble, я си. Oh, double fallen. That's pretty rare. That's pretty fucking rare. Nope. Nope. Nice buttons. Hmm. Это может быть неплохой телепорт, наверное. Это не... Ой, это даже был короткий довольно. 5 рум. Или около того. Может и сюда? Пятый. Оф! Так. Окей. Сойдет. I remember. I remember that. Not a good memory though. Not a good one. But I remember. Джим.